Всем привет, на связи снова Richmond's Cars. Встречайте нашу старую новую BMW E60 Restyling 530i 2007 года выпуска. Мотор бензиновый атмосферный, 3 литра, рядная шестерка, N52B30, 272 лошадиные силы. У нас новая резина, легкосплавные диски R18, 135 стиль, оригинальный M-Pack обвес. У нас доводчики всех четырех дверей, цвет Space Gray Metallic фирменный. По салону у нас дерево настоящее, 4 электростеклоподъемника, электровиз зеркал, электроскладывание зеркал, очень редкая опция. У нас датчик света, передние и задние противотуманки, электропривод руля, электрообогрев руля, круиз-контроль, кожаный руль, МТЕХ руль, Bluetooth имеется. У нас комфортные сиденья, комфорт-салон с кучей настроек, с ломайками, с обнимашками. На потолке у нас люк, как мы любим. Передние центральные подлокотники центральные. Система мультимедиа iDrive, коробка ZF6 HP25, подогрева передних сидений, двузонный климат-контроль. Что у нас еще? Активная рейка у нас, активная рулевая рейка. У нас МТЕХ подвеска полностью, МТЕХ амортизаторы, МТЕХ стабилизаторы, доводчики еще раз. Подогревы задних сидений также имеются. Задний диван, как у нового автомобиля. Вот у нас подогревы. Центральный подлокотник. Шторки на задних окнах. Сзади электрошторка. Вот огромный комплекс работ мы провели по автомобилю. Внешне его превратили в фактически новый автомобиль. Вот так выглядит. Можно ездить на автовыставке, ставить в музей, хоть в Баварию, хоть в Мюнхен. Машина реально эксклюзивная, клубная, то есть в супер богатой комплектации. Так, еще раз покажу. Справа задний ряд. Еще рассказать по технике. Автомобиль также в супер хорошем состоянии. Имеется папка заказ нарядов толщиной там 15-20 сантиметров. Передний правый пассажир тоже полный опционал имеет, включая память. Три ключа, бесключевой доступ, кстати говоря, тоже имеется. Так что напоминаем, самые крутые автомобили во вселенной в Richmond's Cars. Звоните, приобретайте. До связи.